Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 934. События дня. Серахова 7:39. Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь. И тут переписку взял, между собой переписывается, тут Наталья Усатая, Романов Ролик, он там в лесу у нас как работал, так интересно. Вот тут Борис Участник, Роман, вот считать я не буду даже. Считаю, что разговор на пользу. Роман. Сразу разговаривая с несколькими людьми. А сестры наставляют работать. Вот. Тормозите, смотрите, прочитайте. А какая польза? Ну, пользу можно извлечь из всего. Опыт. Лишь молятся, помоги Господу Роману. Тут появилась еще Рахиль Загидулина, она была у нас, прекрасные отношения с ней. Дальше он о себе говорит. Ну, день что, с утра встречали. Это вчера воскресенье было. Да, это суббота, за субботу. Встречали, приехали за Гуляева, муж, жена и четверо ребятишек. Сам хозяин Саша уехал домой. Приехал Виталий Калиников, Сергей Пупков с товарищем, Дмитрий, я говорю, Митей буду звать. Ну, сначала утром-то утренняя была литургия, после этого позавтракали и пошли в бывший лагерь «Стан», ставший музеем. И приехали первые люди, показано, как интересуются музеем и с какой целью этот музей. Цель тут одна была – передать опыт, чтобы также могли спасать детей от развращенного мира, православный лагерь, независимо от того, как власть относится и прочее. Что помощи ждать-то не приходится. Бюджет, говорят, не выдерживает столько пенсионеров. Ну, Господь знает, у кого, как, что тут дело такое. И вот там побеседовали, пришли туда с собачками. Вопросы задавала Голубева Екатерина. Потом им нужно 12 было идти, кто к крещению готовится. Приехала еще Светлана Заринска. Ну, 5 человек так готовятся. 5. 4 женщины, 1 мужчина. Вот, потом вернулись. Немножко времени прошло. После обеда уже. И готовятся к вечерне. А вечерне тоже 2 часа. Володя уже днем спросил добровольцев, кто пойдет готовить костер. Ну и вот все приготовили, был костер. Это день, событие, там пели. Конечно, очень заметно, что нет Виктора Николаевича Савченко. С гитарой он пел, но потом пришел Игорь Барабаш с Леной. Фрося тут отличилась, поет. Он хорошо знает мотивы. Вот подрастает и молодежь. А я закутался в сетку, а сзади брюки прокусывают. Это комарьё там, мошкара, я сено там сухое лежит, я сеном обмотался и гляжу, постепенно сетки-то сняли, видимо, от дыма комар разлетелся, но я не стал, маленько пораньше ушел,
картошка еще не спеклась, думаю, принесут. Снимки были. Вот. Екатерина Голубева, они как бы уже решили, что в воскресенье они должны выехать в Барнаул. У них такой поезд. И оттуда выезжают домой, там Ульяновск. Сергей им как бы пообещал, в 3 часа должен выехать. Ну вот сегодня, сейчас вот воскресенье, им надо подготовить место, там лодки. Видимо, палатку будут ставить, а может и нет, там 2 раздевалки. Это событие для нас, видите, событие, а события очень важные, к крещению. Побеседовали, поговорили. Тут больная одна девочка, как ее крестить, аутизм. В такой близи, именно в такой форме я не встречал. Хотел бы, чтобы она осталась. Ну, уже решено все. Бабушка ее Нина вместе с Екатериной Голубевой увозят. То, может быть, польза какая-то была бы ей тут. Вчера из-за обеда выходим, тут мальчик один прибежал, Илюша, прямо к концу обеда. Я говорю, что ж ты листики-то договорились же, что вот эти листья соберешь от лопуха. Но я голодный. Ну что голодный-то, так ты в прошлый раз обед не заработал, отобедал. И сейчас к обеду пришел, а ничего не делал. Я хочу приучить тебя к труду, но я же голодный. Я говорю, тогда иди домой, обедай, и все. Ну, правда, на костер пришел. Детей приучать надо к труду. Если не трудится, воровать будет. Тут прямо, кто крал, впредь не кради. Трудись своими руками. Связано предложение. Богослужение прошло очень хорошо так, вдохновенно. Ну и все, события это, что я уже вернулся 10:30, они, значит, пришли намного позже. Сегодня и звонка не было. Так, просим помолиться, чтобы у нас не было никаких препятствий тут со стороны прокуратуры. Его Максим звать прокурора, чтобы все молились. Бог открыл ему истину. Не погиб человек в вечности, для вечности. Вот. А Алексей Устинов, он пришел тоже на костер с ребятишками, с женой Ангелиной на своей машине приехал. И говорит, что на него вышел опять этот Андрей, который земснаряд, и поговорили они. Ну, появляются другие где-то возможности достать, меньшей производительности, но и дешевле. Алексей схему того нарисовал, как, где, сколько. Ну и все на этом. День закончился, события дня. Богу нашему слава.